Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешный. Номер 105. Мы начитываем Новый Завет, толкование блаженного Феофилакта. По второму изданию, которое Господь позволил нам издать. Я просто показываю. Каждый том 752 страницы. Вот оно как выглядит. Вместе с Откровением, полное толкование Откровения. Это впервые за 2000 лет вышло такое издание. Впервые. Кроме того, здесь 297 комментариев на слова блаженного Феофилакта. И, кроме того, мы вставили гравюры Гюстава Доре и раскрасили. Это 230 и еще 10 таких из классики на комментарии. Так, хорошо. Титу 3.7. Читает Никита Колесников. Чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Толкование. Опять благодатью, а не по заслугам. Это научает смиренно мудрию. Ибо не сами мы совершили что-нибудь. И обнадеживает относительно будущего. Если совершенно потерянных он спас благодатью, то тем более даст будущее оправданным. Чтобы, говорит, мы были наследниками вечной жизни, как на это и надеемся. Или мы уже и наследники, поскольку живем надеждой. Титу 3.8. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала всем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Толкование. Так как сказал о будущем, то присоединяет подтверждение своему слову. Ведь ясно из прошедшего, кто даровал такие блага, дарует и эти. Упомянув о неизреченной благости Божией, говорит, хочу, чтобы ты так учил об этом, чтобы верующие научились не только смиренно мудрствовать и не обижать других, но и милость им всякую оказывать. Ибо кто памятует о милости Божией, какой сподобился, тот и сам будет милостив. Чтобы старались быть прилежными, говорит, то есть чтобы они всегдашним делом и постоянной заботой имели то, чтобы помогать обижаемым, о вдовах, сиротах, о всех нуждающихся промышлять, ибо это значит слова «быть прилежными к добрым делам». Не ожидать, чтобы нуждающиеся к ним приходили, а самим о них попечение иметь. Заботы и покровительство в добрых делах или сами добрые дела? Сами. Ну почему сами? Сами добрые дела. Сами добрые дела. Сами. Нет таких слов в русском языке. Я уж не говорю подряд, прямо последнее ударение делаешь. Титу 3.9. Гордый, может еще. Так, и вот здесь сегодня придумали. Дитя не плачет, мать не разумеет. Хорошая пословица, но в данном случае она не срабатывает. Даже не плачет, но ребенок-то ничем не занятый. Ну ты займись им немного. Лев Толстой как-то сказал, уже в 80 с лишним лет, говорит, что во мне есть, половина этого заложено было до 4 лет. Но можно как-то исправиться. Можно, Маугли учит, а потом он снова все сбрасывает и бежит в лес, опять катается в грязи, и там и есть. Почему? Заложено так. Уже научился говорить, уже одели, уже нормальный, цивилизованный. Но он снова бежит опять туда к волкам, опять катается по земле, и ничего с ним не могут сделать. Научился только два слова говорить за 3 года. Да и нет, больше ничего. Время упущено. Почему евреи говорят, дай нам их ребенка-то до 4 лет, а потом делаешь с ним что хочешь, то есть его уже не исправить. Вот там ИГИЛ это понимает, 4 лет ему дают уже стрелять, ползает, и он вернулся домой, украли ребенка, там, ну они украли, забрали, кое-как выкупили его. И он ходит дома, ребенок, там 5 лет, ни родители никого не признает, а только дай автомат стрелять. Уже научили. Он христианской семьи, он ничего не от Аллах Акбар кричит, ходит как за... заряжены. И показывают. Прямо показывают в видео, где надо над детьми трудиться. А как раз с репишками, ладно, иди там помолись, утром встали. Ребенок встанет часа на 2 позже. Ну иди там помолись. Он зашел, там подремал, зашел. Все. Ты сама брось все свои горшки, стань с ним на молитву. Не понимают. Совершенно не понимают. А как вы узнаете? Да никак, как я узнаю? Смотри, какая наклонность его к молитве. Избрание определяет молитва, тяготение к святому.
тому, чтобы слушать священную повесть. Ребенок бегает, забегает, а он маленько с недостатком, там рука такая у него. А мать больная: мам, давай почитаем Библию. Давай, мам, споем «Синее небо меня так манит». Протестантски. Проходит год, оба умерли с матерью. Где они будут? Вот как можно заложить в ребенка. Титу 3.9. Глупых же состязаний и родословий, из споров и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Да не только о законе, о пустяках, о всяких сегодня спорят. Об этих шестерках в паспорте. Ну, нет той темы, за которой бы сатана не сосыплял людей. Целая вязанка идут. И спорят день и ночь. Как пальцы прижимать? Два или три? 300 лет спорят. Да Бог не оставил ни того, ни другого. Зато вот, говорит, одним перстом крестились. И кто спорит, старообрядцы. И у них Федор Ефимович пишет об этом. Слава Иисусу Христу! Слава Христу! И что? Читаем дальше. Толкование. Говорит о глупых состязаниях, в которые вовлекают верующих иудеи. О родословиях, которые они составляют для себя, производя свои родословия от патриархов и гордясь ими. Удаляйся, вместо избегай, ибо никак не должно, оставляя необходимые дела, тратить время на суесловия и бесполезные споры. Какая польза спорить там, где нет надежды, чтобы кто-либо пленен был во Христа? То есть там ничего нет, мало того, рыскает по интернету, поддержку себе начинает искать. Ну это какое состояние-то души? Я даже не знаю. Ну ты же знаешь это, прочитал это все, нет. Свидетельствовал об этом, нет. Ну зачем тебе нужно знать персты или одна буква Е или две? Да ни одна, ни две, а полторы только. Иешуа. Вот твердокаменность такая ужасная просто. Кто-то сказал, вот евреев, если женщина была нечистая, в нечистоте, месячная у нее, и ты сел, он услышал, он не знает, что из Библии это сказано. Но зачем осквернять? Это пожилой человек. И вот тогда не стал садиться, едет трамвай на богослужение, только стоя. Ему говорят, ну ты же рядом стоишь-то. Этот воздух весь этим отравлен, этой заразой-то. Он не стал ходить, и стал ходить только по трамвайным путям. Ему и говорят, ну это все распространяется, и она же сидит, а от нее туда распространяется. Он не стал ходить между трамвайными путями. Старообрядец местный. Ну можно же так запудрить-то мозги. Ну, разве от этого зависит? Сказали, на стуле сидеть нельзя. Ну почему нельзя? Ну, не знаю, я все сразу порубил, говорит, выбросил, а как? Скамейки сделал вокруг. Электричество нельзя, от сатаны потушил. Нормально, дети в школу еще ходят пока. Ну, сказали, не такой правитель, кто там был, там, Черненко. Надо сидит, глаза выковыривать на газете. Это вера? Да сатана-то вошел уже, давно там бал правит. Я лично этих людей знал. Ездил к ним. И вытащить абсолютно невозможно. Ну что ты меня переучишь? Я на этом стою. Интернета не было. Он бы нашел тысячи людей, которые это делают. Нельзя носить обувь, чтобы она была такая с дырочками-то. Только освободился. Я разговариваю, его Назар звать. Он больше полжизни просидел. А за что? Только возвращается. Отобедал, с женой там переспал, не переспал. Пошел, где там с площадкой идет. Кто тут у вас комсорг? Разворачивается комсорг. Сразу арестовали, отправили, опять 5 лет. Опять отбыл, вернулся домой. За Христа страдаю. Приехали, дети есть. Дочери отдал замуж. Приехали, легли спать. Он ночью у них посмотрел, штиблеты какие. Ну, как надевает летом. Босоножки-то все сжег. Паспорта нашел, все сжег, они встали. Отец, ну а как же мы теперь? От сатаны. От сатаны. И его убедить абсолютно невозможно. И таких не один, тысячи. И убедил, там сидеть были люди, работали на шахте. Такая пенсия. Нет ничего сейчас. Проклятая советская власть. Она пенсии не дает. Да ты же отказался. Тебе большая пенсия. Я езжу непрерывно в эту Тальменку, уговариваю. Наконец получили паспорта. Детей отправили в школу. 32 человека сразу пришло. КГБ узнала, ко мне на работу. Там... В Абазе еще сколько старобрядцев, давайте мы вас туда забросим, чтобы их как-то вытащить. Вот здесь интересы веры и государства сошлись. Ну, мы должны маленько так глядеть. Ну, нельзя так жить. Жить бесноватым и не знаешь, что бесу служишь. И при том убедить абсолютно невозможно. Далее. Так, ну как же выше, он заповедал заграждать уста противящимся. Когда они причиняют другим вред, тогда им должно заграждать уста.
вред от этого. Ради их же пользы. Совсем не берись говорить им. Ничего не успеешь, потому что они неисправимы. Понятно. Как так неисправимы, Господи? Да у человека же воля. Не трожь, я свободный, мою волю Бог не трогает даже. Я говорю, ну явно, что неправильно это. Ну как так? И они теперь бьются, луковку посадят, какую продадут на огороде. Нельзя нигде ничего делать, все оскверненное. И нельзя никак нигде. Да Бог ли это создал вам такую веру-то? Посмотри, какую свободу Бог дал. Люди в космос идут, а ты на земле не можешь разобраться. Ну и ничем не кончилось, все рассыпалось. Титу 3.10.11. Еретика после первого и второго разумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Вот это когда я понял не сразу. А убить можно нельзя. Почему? Не написано на небе. У него прописки там нету. И поэтому сказал ему, ну и все на этом. Два, и никак нельзя. Я с ним беседую, хожу и целую зиму занимаюсь. Время трачу на него. А жена на кухню прибежит. И она обратилась православная, он по сегодняшний день баптист. Я говорю, ну ты узнал это все теперь. Ну скажи там у себя. Так они не примут. А откуда ты знаешь, что ты трус? Ты трус? Ко мне в гости ходил. И кто-то постучался. Куда девать? У меня палате. Я лестницу подставил, шмыгнул туда на палате. Лежит. И правда, зашли баптисты. А он-то баптист. И там ему кашлянуть нельзя. Но это сошло легко. Но я веду дневник больше 50 лет и записан. И следователь это увидел. И его надо просто, когда вызвал, и говорит, что ж ты прятался-то? Там тебе ничего же не грозило. Вот это он мне простить уже не может. Я ничего не добавил. Ну, во-первых, я не знал, что будет этим следователь заниматься. Жена обратилась, жена стала верующей, православной, хорошая христианка. Дочери, все дочери стали православными, женами священнослужителей. Верующие, которые рядом, знают, о ком я говорю. Давай. Так, к толкованию. Как же Павел в другом месте говорит, не даст ли им Бог покаяние? 2 Тимофея 2.25. Там он говорил о людях, подающих надежду на исправление. О. А здесь говорит о неисправимом еретике, совершенно развращенном, который осужден сам собой, то есть безответен. Ибо он не может сказать, никто не вразумил меня, никто не научил. Итак, если после увещания он упорствует в одном и том же, он сам осудил себя. Ну а говорить надо. Ничего нельзя сделать, он не прописан. Я вот это утвердил в себе, я понял. Ничего нельзя сделать. Христос всех убедил, нет, конечно. Ну а Бог всех убедил на небе. Нет, третья часть пала. Почему? Не прописан. Он на небе, а уже прописки нету. Бог вычеркнул его. И никакой силы нет на земле. И Павел таких отвращается только и говорит. Убедить нельзя. А на чем разницы нет, сатана зациклит. Они евреи, ты родословно. А ты от кого? Я от этого. И сидели, перечисляли, где в плену утеряли. Родословное. Они бесполезны, вредны. Считаем. Тимофея, Титу 3.12. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Толкование. Зачем апостол, поручив Титу такой большой остров, опять вызывает к себе, отвлекая должности? Это для его же пользы, чтобы лучше наладить его на дело, обсудив, как исполнено им верено ему. Никополь – город во Фракии, расположенный на Истре. Титу 3.13. Зинус законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы и у них ни в чем не было недостатка. Толкование. Так называют человека опытного в законах иудейских. Таков был Зина. А Аполлос был красноречив и силен в писаниях. Им еще не были верены церкви, чтобы ни в чем у них не было недостатка. То есть... Позаботься, чтобы они в изобилии имели все необходимое, именно пропитание и одежду. Ну и как вот, законник, Зину законника. У нас один был в общине, отошел, и он теперь, я ему писание привожу, увидел он в магазине, там помогает, что-то делает. Сделался богатым человеком, обольстился, но дети ушли в мир, все, он этого не видит. Но, Игнатий, вы законник или как? Я говорю, ну хорошо, Игорь, я законник. Но есть два варианта. Законник и беззаконник.
сегодняшнего дня ты меня так и зови, законник, а я тебя буду звать, обращаясь. Добрый день, беззаконник Игорь. Он сразу попятился. Как же так? Другого варианта нет, или давай будь законником, а закон ты вырвал, бросил. И все на этом кончилось. Знаешь, что ему ответить? Все, больше законником никогда не стал называть. А я, если что-то говорю, говорю, я законник Игнатий пришел, мне это приятно. Из законников были люди, друзья у Павла, а без законника ни одного. Фарисеи делали с апостолами, саддукеи не один. Фарисеи это православные, а саддукеи это сектанты. Они все вырезают, выбрасывают. А фарисеи все прибавляют, да прибавляют, правило на правило. Так, Титу 3.14. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Толкование. Как бы так говорит? Мне можно было бы и иначе сделать ненуждающимися упомянутых. Но я не желаю для того, чтобы наши, то есть те, которые около тебя, научились бы из того, что ты снабдишь их необходимым на дорогу. Упражняться в добрых делах, то есть заботиться о нуждающихся и в деньгах, и в словах, и во всем другом. Не для того, чтобы нуждающиеся получили такую пользу от того, но чтобы сами они пользовались плодами своего человеколюбия по отношению к ближним. Веди Господь, напитавший 5000, конечно, мог всегда питать и себя, и учеников, однако он пожелал получать пропитание от женщин, чтобы они получили пользу. Так и по отношению к нам. Не столько бедным приносится польза от нашего подаяния, сколько нам от них. Бедные для нас – источник прощения грехов и дерзновения пред Богом. Как чудо сказано. Титу 3.15. Приветствую тебя, все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Толкование. Или любящих его верно, или не, и нелицемерно, или любящих его верных, то есть христиан, молитвенно благожелательствуют, да сохранится в них дар Божий, или человеколюбие всегда пребудет с ними, сохраняя их благодатью, или да пребудет всегда благодать с ними, более всего нуждающимися в ней, ограждая и души их, и тела во Святом Духе. Ему слава во веки. Аминь. Послание к Филимону апостола Павла, предисловие. Христос не отвергает ни раба, ни господина, приходящих к нему, ибо один Господь всех, Он, а больше Отец. И это видно как из многих других, так и из этого послания, в котором Филимон господин, а Анисим раб. Оба, чтобы не сказать больше, возлюбленные Павла. Филимон с самого начала был замечательнейшим мужем, фригиец по происхождению, верный по образу жизни, помогающий святым в нуждах и творящий милостыни. Анисим, сначала бежавший невольник, он украл деньги из дома Филимона и бежал. Будучи в Риме, он услышал проповедь Павла. И от него, находящихся в узах, оглашенный и крещенный, сам сделался достойным удивления человека. Посему апостол, считая неполезным, чтобы Филимон печалился по случаю дурного поступка и бегства Анисима, и желая залечить рану его сердца, которую он получил от раба, посылает Анисима к нему с этим одобрительным посланием. Некоторые, однако, говорят, что не следует причислять это послание к прочим, так как оно касается маловажного дела. Но посмотри, сколько пользы от него. Во-первых, оно научает нас иметь заботу и о тех, которые, по видимости, незначительны. Как и Господь говорит: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих». Матфея 18.10. Во-вторых, что если раб, такой неразумный и недобрый, обратился, то не должно никому отчаиваться за себя, и особенно тем, которые выросли на свободе. В-третьих, не должно под предлогом благочестия отторгать рабов от господ, если они не желают. В-четвертых, не должно с презрением относиться к рабам добродетельным и не стыдиться их, когда Павел называет чадом своим Анисима. Посему, кто ниже не удостоит причислить прочим посланием и это, заключающее в себе, столько полезно. Комментарий Игнатия Лапкина. Творец установил известный всем способ размножения, который зависит не от знания человека,
этому никто никогда и не учил, но это все заложено в природе от низшего до высшего. И называется это зачатием и рождением. В духовном плане все это происходит точно так же. Иоанна 3:37. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». 1 Коринфянам 4:15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. В этом способе размножения от проповеди не было ничего нового для людей духовных. Порядок был всегда один и тот же. Оплодотворение словом, зачатие, плодоношение, которое может и затянуться, и рождение. В это входит осознание себя окончательно погибшим грешником, вера в то, что Бог никому никогда не прощает ни одного греха без наказания. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». И согласие вынесшего себе приговор человека на то, что за его грехи, именно за его уже принесена плата, смерть Сына Божия, взявшего на себя его грех, как заключительный акт рождения и отход из воды, околоплодной жидкости. И первый вскрик – это троекратное погружение во святом крещении и начало благовестия другим. Если бы апостол Павел был православным в нашем понимании, то он бы занимался, как любой сегодняшний батюшка, придуманным требоисполнительством. И этим бы занимался, будучи арестованным. Как он мог бы родить из волка ягненка, из шакала агнца, из гиены тельца? Конечно, Анисим мог приходить к Павлу, питаться от него, благотворительной деятельностью, и тогда умели заниматься. И Павел научил бы его приходить на исповедь и причащаться. То есть там, в камере проповедника, тарсянин, была бы маленькая монашеская келья, очень похожая на сегодняшние монашеские кельи. Но без проповеди Евангелия не было бы ни рождения свыше, ни этого послания. Интересно, когда сегодняшние батюшки читают это послание, почему они себя не ставят на место Павла? Что бы они там делали? Павел духовно не был ущемленным от этого ареста. Он также продолжал молиться, писать послания, проповедовать и духовно рождать. Трудно ли сделать заключение по сегодняшним священникам, что они ничуть не похожи и не приближаются к образу апостола Павла, а он простирает к ним закованные в кандалы руки и говорит, 1 Коринфянам 4:16, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Филиппийцам 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Мы не видим ни разу, чтобы Павел проводил благослужение в храме и хоть чуточку был похож на сегодняшних требоисполнителей. Он знал три слова – Христос, Евангелие, проповедь. И это осталось нам в 14 его посланиях. Итак, любому должно быть видно, что то, что сегодня называется православием, есть абсолютно новая, придуманная людьми религия, имеющая мало общего со Словом Божиим. Поэтому анисимами, ворами переполнена страна. Батюшек сажают за постыдные дела, или совращение малолетних, или присвоение чужого имущества. И даже встречаются главари ретикетира в рясах. Как говорит патриарх, каких бандитов напринимали в церковь? Филимон, 1 стих. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Толкование. Тотчас с самого начала научает господина не стыдиться своего раба, сделавшегося сорабом. Ибо ради Христа все прекрасно, даже узы, которым и сам он радуется, так что называется по ним. Этим он сильно упрашивает, показывая, что содержимым в узах за Христа справедливо сделать удовольствие. Как бы... Ну ладно, ты за содержимым в узах. Дальше. Откуда ты перестановку? За Христа справедливо. Содержимым в узах за Христа. Тут придыхание делает. А так совершенно другой смысл закладывается. Ага. Как бы недовольным себя почитая по упрошению... Он присоединяет вопросителей и Тимофея, чтобы Филимон осклонился на просьбу многих.
Филимону возлюбленному и сотруднику нашему. Если он возлюбленный, то окажет милость. Если он сотрудник, то не задержит своего раба, а опять пошлет на служение проповеди, которой и сам он служит. Ибо и раб исполнит такое дело господина, если опять будет возвращен. Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодняшним пастырям неведомо это словосочетание «служение проповеди». Им известно служение алтарю, служба, обедня, служение Родине, но служение проповеди, то есть как бы слугой у проповеди Евангелия, быть исполнителем поручений Христа в проповеди, быть глашатаем святой проповеди, живой и рождающий, это современным батюшкам совершенно неизвестно. И отсюда легко сделать заключение, что вся их жизнь, все служение их не по Евангелию, а по вымыслам человеческим. Второй стих. И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Толкование. Может быть, Апфия была супругой Филимона, а Архип другом. Если он совоинственник, то будет принимать участие в этом. Это был тот самый Архип, о котором послание к Колоссянам пишет. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Колоссянам 4:17. И домашней твоей церкви. Церковью называют апостол всех верующих в доме Филимона, включая сюда рабов. Обрати внимание на смиренномудрие. Он увещевает и их, чтобы они содействовали ему в просьбе. Филимона 3 стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Толкование. Каким образом благодать Божия будет с нами, если и мы будем прощать своим должникам? А каким образом будет мир, если и ты помиришься с рабом? 4 стих. Примиришься. Помиришься. Помиришься. 4 стих. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих. Толкование. Всякий раз говорит... Как я вспоминаю о тебе, и вспоминаю я всегда, когда молюсь, столько раз и благодарю Бога за твою добродетель. 5 стих. Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. Толкование. Из Фригии не было бы слышно в Риме о любви и вере его, если бы она не была велика. Так как ты любишь всех святых, то есть верных, то должен полюбить и Онисима, ибо и он есть уже верный, чтобы через то явить себя любящим и Господа. Видишь ли, какие понудительные он собирает в уме его помышления к удовлетворению прошения? 6 стих. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Толкование. Благодарю, говорит апостол, Бога за любовь твою, молясь и о том, чтоб вера твоя, которая у тебя общая с нами, была действенна, деятельно и живая в познании тобой всякого доброго дела, то есть, чтобы тебе любить его и в дело производить. Ибо вера тогда жива бывает, когда мы прилежим всякому делу благому, как и мертва, когда бывает без добрых дел. Прибавил у вас, чтобы показать, что теперь Филимон имеет уже всякое благое в себе дело, как бы так говоря, в познании всякого дела благого и теперь в вас, то есть в тебе уже сущего. Сказав «общение веры», святой Павел соединяет Филимона с собою и едино творит. Общая вера есть и единотворна, так что ты должен и едино со мною мудрствовать. Или общение веры он называет милостыню, бывающую от великой веры. Итак, апостол говорит «память о тебе творю, моляся, дабы общительное и благоподатливое расположение твое никогда не прекращалось, но более и более да изливаешь ты на нуждающихся всякое благо у вас, то есть, которое есть у тебя во Христе Иисусе. Ко Христу Иисусу, говорит, возносится всякое благо, какое делаешь ты нуждающимся, особенно святым. Так и теперь, если примешь Онисима, то сделаешь мне удовольствие, то самому Христу то сделаешь. 7 стих. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Толкование. То есть имеем радость, и не только радость, но и великое утешение в узах,
по причине твоей любви, то есть твоего человеколюбивого и общительного расположения сердца. Потому что тобой, брат, успокоены сердца святых. Весьма мудро апостол принимается за дело, напоминая ему о его благодеяниях другим, чтобы более смягчить его, пока он рассудит, что если дает другим, незнакомым, то тем более должен сделать это Павлу, своему учителю. И не просто сказал «даешь святым», но «упокоиваешь сердца святых», то есть, что они вседушевно принимают твое человеколюбие, как щедро и с утешительным радушием предлагаемое им. Филимона 8:9. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Толкование. «Так как говорит, ты таков ко всем святым, что их сердца успокаиваются тобою, то тем более я Христе, то есть как родивший тебя по Христу. Я имел дерзновение повелевать тебе не как господин твой, но по любви, которую я имею к тебе, и ты ко мне. Что должно, или повелевает тебе потребное, то есть чтобы ты исполнил то, что ему нужно, или что ты почитаешь всех святых, посему и я, соответственно тому, что потребно, то есть что падает на мою долю, я имел дерзновение повелевать тебе, однако я молю. Ибо я имею такое необходимое дело, чтобы умолить тебя, будучи таковым, говорит над посланником, я достойно должен быть и выслушан, как подобает Павлу старцу, то есть имеющему авторитет, и по учительскому достоинству, и по возрасту, а ныне получившему еще другое, более важное преимущество, это пребывание в узах за Христа. И видишь ли, сколько поводов для убеждения. Все.